Здравствуйте, меня зовут Рональд Мишейкис. Я из Турку. Я участвую в организации «Альбатрос». Я читаю стих Бориса Слуцкого по имени Сон. Утро брежет, дождик брызжет. Я лежу на вокзале в углу. Я еще молодой и рыжий. Нелегко на твердом полу. Еще волосы не поседели. И товарищи милых ряды не стеснились. Поредели от победы и от беды. Засыпаю, а это значит, засыпает меня, как песок, в сон, который вчера был начат, но остался большой кусок. Вот я вижу себя в коптерке, на ней снаряды снуют, гимнастерки, да гимнастерки выдают нам, да выдают. 19-й год рождения, 22, в 41-м году, принимаю без возражения, как планиду. И как звезду выхожу, 22-летний и совсем некрасивым собой, в свой решительный и последний, и предсказанный песней бой. Привокзальный Ленин мне снится, с пьедестала он сходит тиши и протягивает десницу, пожимает мою от души.